Ребята, всем привет! Ваша любимая рубрика «Днепр вдоль и поперек». И сегодня мы разбираем перекресток Слобожанского проспекта и улицы Кожемяки. Или, как ее больше в народе знают, остановка Донецкая. Ежедневно десятки автомобилей на Слобожанском проспекте испытывают трудности с разворотом. Это связано с тем, что огромное количество автомобилей и физически пропускная способность перекрестка не успевает их пропустить все полностью. Из-за этого есть много автомобилей, которым приходится стоять и ждать. Есть немаловажный нюанс. Разворачиваться вы можете исключительно на свой зеленый сигнал светофора. Если так получается, что вы стоите на перекрестке и у вас красный, вам запрещено делать любые действия абсолютно. Специально маленькие светофоры сделаны не просто так. Дело в том, что они дублируют действия больших светофоров. Зачем их сделали? Для того, чтобы водителю было удобнее видеть с водительского места, какой сигнал светофора сейчас загорится. Ребята, дело в том, что если вы не успели развернуться на перекрестке Слобожанского и Кожемяки, то следующий раз развернуться у вас будет возможность только, как вы думаете, где? Аж прямо возле Мод-Сити. Но есть и другой вариант разворота. Это через Амур-Нижнеднепровский ЗАГС и улицу Коруны. Как видим, так гораздо ближе, удобнее и безопаснее. Плюс так можно быстрее попасть на Березинку и жилмассив Левобережный. ПДД не регламентирует траекторию одновременного разворота или поворота авто на перекрестке, поэтому здесь пользуемся правилами логики и здравого смысла. Заезжать на разворот или поворот нужно так, чтобы вам не мешало обзору авто перед вами, то есть нужно заезжать за него. Наглядно видим правильные и неправильные примеры. Но самое главное, поворачивая направо, не забывайте пропускать пешеходов. Пропустили, только после этого дальше продолжаем движение. Вот эта вот желтая конструкция называется дорожная тумба. Она устанавливается в тех случаях, если впереди есть какое-то препятствие, и знак на ней показывает, с какой стороны нам нужно объезжать это препятствие. Подведем итоги. Не разворачивайтесь на красный сигнал светофора. При развороте или повороте налево нам нужно пропускать встречные авто, а значит, мы должны их видеть. Поэтому становиться на разворот или поворот налево нужно за, а не перед авто, который также стоит на разворот. Если вы со стороны Калиновой ехали и не успели развернуться, то следующий разворот у вас будет через Амур-Нижнеднепровский ЗАГС и улицу Коруны. Ребята, изучайте наш город и двигайтесь по нему безопасно. Ставь лайк, подписывайся на канал и оставляй свои вопросы под этим видео.